Здравствуйте, друзья! У нас сегодня слет казаков. Вот, казачек. Казачек и казачек. Привет. Да, значит, видите, как у нас теперь две кубанские шапки. Вот та, что шапка справа, на Анна вас зовут, да? Елена, Анна у нас. Ага. Это что, вы мать и дочь? Да. Так, вот мать и дочь из Краснодара. Краснодара, да. Приехали к нам, друзья, вот за этим вот. Да, это грин-карточка, в таком конвертике с красной полосочкой. Вот они. Подождите, но вы что, вместе выиграли по одному кейсу шли? Нет, выиграла я. Так. Ну, так как Анне на тот момент не было 21 года. То есть маленькая она, совсем? Да, она была маленькая. А, подождите, так у вас что, одна всего девочка? Нет, у меня есть еще сынок, но он так. остался дома. Постарше? Он постарше. А то могли бы еще девочек никакой, хорошенькая. Так, так, смотрите, свободная девушка еще не такая? Да. Ну, смотрите, вот я как бы вас пока. Реклама. Казачка. Так подождите, а вы чего приехали-то в Кремниевую долину? Вы здесь жить будете? Или вообще вы... мы приехали в Сакраменто. Так, понял. Там мы уже обосновались. Хорошо там, нормально? Очень хорошо. Нам очень нравится. Нам нравится климат, нам так. нравится вообще находиться. Молодцы. Там дешево все, да? Скромненько. Да. Работа есть? У меня, да. Анна пока еще гуляет. Анна в санатории у нас еще пока. Ну, надо же отдохнуть, что же так. Конечно. Как там в Краснодаре, как? Казаки там не обижают? Ой, в Краснодаре все хорошо. Так, окей. Продукты там? Ну, в Краснодаре все свеженькое. Все свеженькое, все хорошее. Так. Ну, и в Сакраменто тоже все свеженькое, все хорошая разница. Там много русской речи, да, в Сакраменто? В Сакраменто много русских, да. Магазин русский нашли, освоились там? Да. Что, были, что берете в русских магазинах? Ничего, хлеб. Единственное хлеб. Почему конфеты мои любимые? Селёдочка, какие у вас любимые конфеты? Ой, я не знаю, они как-то не называются. Батончики, да. Батончики, хорошо. Что же, батончики, хорошо. Ну что же, ребята, так а вы прям просто к нам приехали, чтобы взять ваши бумажечки? Взять документы, посмотреть на школу, потому что у Анны дальний прицел. Да, по-английски-то. Ну вот, я учу, буду учить и понял. Как выучу, так сразу. У меня пришла как-то женщина такая, ну постарше, вот может быть уже, вот так, не знаю, типа вашей мамы. Так. И вот она значит, приходит и говорит, я приехала там из Беларуси, я преподавала в университете, и вот, значит, хочу у вас тоже преподавать. Ну, я говорю, а что у вас с английским? Тут человек только приехал, она говорит, так вот же ж. Я говорю, а как же вы будете у нас преподавать? Она говорит, а мне так и сказали, чтобы английский учить, надо на нем разговаривать. Вот я, говорит, к вам и пришла, чтобы на нем преподавать. Ну, у нас вот. Тоже есть проблема с языком, поэтому сначала мы занимаемся усиленно, да, изучением английского. Ну, и а какую работу вы выполняете? Ну, работа пока в супермаркете в русском. Так, большой был супермаркет? Большой супермаркет. Там есть большие магазины русские? Большой супермаркет, очень хороший. Здесь вот все маленькое. Пока не знаю языка, но сейчас вообще... Я боюсь, что в супермаркете вы сильно не разгонитесь. Ну, пока, так, скажем, прямо... То есть вы, так вы как бы обе свободные, получается? Да. Ну, как там, внимание есть какое-то? Внимание всегда есть. Вот. Я в данном случае имел в виду маму. Так. Конечно, там в 20 лет-то. Так, есть внимание? Мы поскромничаем. Ну, я понял. Ну что же, девочки, я очень рад, что вы к нам приехали. Вы наш канал смотрите, да? Смотрим. Иначе бы как мне ваши грин-карты попали бы. Конечно. Да. Вот. Я, друзья, от имени и по поручению правительства Соединенных Штатов вручаю вот им. Покажите номера социального. Не сам номер, а конвертик. Конвертики. Вот так приходят. Ой, только наоборот у тебя. Да, слушай, вот так приходят номера социального страхования. И вот тот красненький конвертик. Да, вот внутренность можете не показывать, а вот да, вот так приходят уже грин-карты. Вот я вам покажу, у меня тут на подоконничке еще стоит. Вот видите, там несколько, все никак не заберут люди уже года полтора. Можно привет передам. Можно привет дяде, который также смотрит этот канал. Дядя, ты где живет? Тоже в Краснодаре живет, планирует сюда приезжать. Ну, тоже казак. Ну, благодаря, в общем-то, брату моему, также ее дяде, мы оказались здесь. Понял. Он играет уже много лет в лотерею, никак не может выиграть. И в очередной раз он, подавая на лотерею, предложил подать нам. Ну, я с первого раза. Можно тогда я в вашем лице, значит... поприветствую виртуальное казачество нашего канала.
Вот, все казаки, так казачки, значит, нашего канала, значит, всем здорово, казаки! Здоровенький будет. Ладно. Ну что же, тогда вы знаете что, вы только не пропадайте. Мы с вами еще сюжетик так поподробнее снимем. Про сакрамент, про работу, про все дела. Хорошо? Да, мы поживем, освоимся, потому что мы-то всего лишь месяц только. Вы отдельно уже снимаете отдельную квартиру? Да. Почем? 750. One bedroom. В приличном месте? Да. Квартирка нормальная? Квартирка замечательная, место приличное, тихое, у нас очень хорошо. В самом городе или в пригороде? Кармайкл. Да, конечно, конечно. Ну что же, друзья, вот вам затравка сделана. Пишите свои вопросы прямо под видео, а вы уже, девочки, вы тогда уже на вас общественная нагрузка. Будем отвечать. Да, если кто познакомиться хочет, все вот там и пишите. Открываем этот клуб знакомств. Да.